хочешь, чтобы дети это после вот физкультуры потом руки стерли наши? Я батю подержу. 90 осталось. Ничего не понимаю. Я говорю, кто, блядь, на каблуках на физкультуру приходит? Не надо вообще, базирую. Купальник надо, в день бассейна одевать. Сегодня бассейна нет, хрена ты его нацепила? Я спортсменка выступающая в бикини, ну что надо? В чем? В бикини, фитнес-бикини, знаете, в спорте направление такое. Какое? Спорте, у нас детская школа спортивных. О, хер ты вот купальники, да, сейчас вот третий класс зайдет, будет стометровку бегать. У купальники пришла, бассейн в соседнем здании. Я спортсмен, это бодибилдингом занимаюсь, знаете, спорт такой? Бодибилдингом занимаются в этих фитнес-центрах. Здесь это детская, юношеская спортивная школа. Ты хочешь, чтобы дети это после вот физкультуры потом руки стерли наши? А что все в саже? Это грим. На сцену наносим, чтобы темнее кожа была. Маркерами изрисованными. Татуировки. Татуировки? Татуировки. О, иди твою мать, а родителей в школу вызову. Да я давно не учусь уже в школе. В смысле? Закончила я давно. Так тебе 18 есть? Конечно, есть. А это уже совсем другая история. Это что такое? Первое упражнение. Что дальше? А? Дальше что? Отжимайся. Упор лежа. Приняла. Раз, два. Сука, чайник закипел. Короче, все, батя, я устала. Теперь моя очередь тебя тренировать. Я в гробу видал ваши тренировки, поэтому пусть Виталька за меня отдувается. Так, пойдем. Пошли. Сынок, если хочешь еще видео с батькой. Так, сука, кто за пресс не передал мне? Ой, София, я б тебя в ротару. Ладно, подпишись вот на канал, там много батьки и других героев. А мы погнали уничтожать Виталика. На самом деле, батя — это вот этот милый молодой человек Виталий Репка, который сегодня попал ко мне на уничтожение. И сегодня он поймет, что бикини на самом деле это не так-то просто, и мы сегодня качаем вместе плечи. Ты готов? Да. Любишь качать плечи? Ну, я по-своему их качаю, посмотрим, как. Как ты их качаешь? Я беру там по 25-30 килограмм на каждую руку и делаю там по 8-12 раз. Ну вот, а сегодня мы возьмем 2 килограмма и будем делать раз по 100, не меньше. Вот, как обычно делают девочки. Так, забирай 2,5, мы с тобой сегодня будем делать передний, средний, задний крючок, все по 100 раз. В одном подходе? Да. Ё-моё. Я так никогда не тренировался. 40 сделали, 60 осталось. Growing up, everybody said I wouldn't be shit. Had a lot of goals, they told me I never reach it. Who wants to be a millionaire? I'm feeling like rages. Women on their knees for the kid, like I'm Jesus. Jesus, I be in her stomach like a fetus. Rappers trying to give me L's, but I'm undefeated. Давай закончим. Хер его знает, но это тяжело. Во рту сохнет, дай жвачку. Перед соревнованиями. У меня так мало сил, думаю, блин, мне так прям противно, такая слабая. Сил нет, типа я не расту, вообще фу. А потом ко мне приходят на тренировку парни, думаю, типа, я молодец. Вот бы Леха попробовал со мной плечи сделать, как думаешь, ты выдержал? Да, как ты сделал. По плечам? На многоповторке? Я бы тебя разорвал бы просто. Разорвал. Подписчики, а как вы думаете, Леха сможет выдержать мою тренировку плечи? Я бы тебя разорвал. Нет? Да я тебе. Ты просто, я сейчас готов с Виталиком повторить всю эту историю. Хочешь? Я помогу, Виталику, я тебя разорву просто. Давай. Давай. Короче, Леха там решил повыделываться и с нами плечи доделать. Ну давай. Он выглядит, как я себя чувствую. Рон, из вашего понимания, там что-то не то. Давай, мужик, сделай. Да дернем ее, давай, я тебе говорю, дернем ее. Дернем, так соберись, давай, мужик. Ну, нафиг, спортсмен.
члены, блин. 7. Нормально, это пропорционально. 8. 9. Ты какой-то биоробот просто, да ну умри, Маш, ну. 5? В смысле? Там было столько бунтов, что это так легко. 6, 7, 8. Это жесть просто. 7, давай, 7, мужик, все. Блядь, ну что сделаем, ну? 3, 4. You wanna know my name, then go and tell us all. You wanna know my gang, Suicide Squad. Pistol on my waist, I might make a mistake. Пока мы отдыхаем, из-за того, что Лёш пропустил первое упражнение, пока там выпендривался, он делает 100 на средний пучок, он уже бросил гантели. Давай, 100 раз, 100 повторений. Да всё на... Я дома занимаюсь абсолютно не так. Слушай, ну, чувак, если ты говоришь, что у тебя не жжёт, то это, ну, должно прожигать всё. Я, видимо, всеми мышцами, кроме плеч, это делаю. Ты не прожигаешь? Мне тяжело, но мне не, я не чувствую прям сильно, что жжёт, но не сильно. Я батю подержу. 90 осталось, да хуйня. Пара-пара-пам. Пам. Дальше расскажи, как тебе пришел образ батя. Меня придумал скетч «Батя, точка против батя». Надел усы и сделал батю. Я потом уже обнаружил, что очень похож в этом образе на деда своего. На кого? На деда. Не потому, что я его пародирую, а потому, что у меня по-другому не получается. Вот сюда выводим кисти, локти параллельно полу. И соточку вот сюда. Тридцать пять. Пизду вас ждать, я буду сам делать. Все. Давай, еще двадцатку. Рекордсмен тут по плечам пришел, значит, давай. 20 раз сделал, уже все. Смотри, у меня трапез уже вспухло. Да ну хватит, я опять не сделаю. Сука. Захрен ты делаешь здесь. 50 осталось там, каких я тебе бью уже. Дискотека 90. Пожалуйста, дайте сделать, я сейчас знаю. Уже нет, тазом. Ты просто встань нормально, только руками шевели. Не дергай ты жопой. У меня, по-моему, девушка мучает больше, чем все. Так, я сейчас соберусь и за раз это сделаю. Блядь, это просто жопа какая-то. А просто это пи***ть, чувак. Это просто жопа. Я качаю так плечи 3 раза в неделю. Мы делаем махи в стороны, стандартные, до параллели с полом. Каждый 5-й повтор у нас 5-секундная пауза. Всего 100 повторений. Чего? Я неделю назад где-то, ну чуть больше, был в Турции. Но судя по моему внешнему виду сейчас, я был в морге. Где бы я ни был, ты знаешь, все танцуют локтями, все танцуют локтями. 2, 3, 6, делай. I remember syrup sandwiches and crime allowances. Vanessa nickel with some counterfeits, but now I'm counting this. Подождите. Да вот что, отдохнуть секунду. Да. Я не понимаю, знаешь, у меня, знаешь, что я тебе одного оправдания я могу сказать, дома она не такая. Я зря, на плечах, плечи вообще мой конек. Друзья, то, что творит Маша, не поддается вообще адекватному восприятию, то, что вы видите. Женщина не должна так мочить. Я, да я ничего не делала. Я с уверенностью это заявляю, потому что я охренел. Я не знал, что она такая. Они просто спросили, как я качаю плечи, рассказал, как я качаю плечи. Но самое главное, что мы... Самое главное, что мы выдержали. В общем, спасибо огромное.
Батя за то, что он приехал. Обязательно подпишись на его канал, ссылка будет в описании. Друзья, там такие скетчи. Короче, друзья, смешнее человек я просто не видел. Батя клевый. Батя клевый. Батя, да. А Виталий, если молодец. Нравится. Подпишись, лайк, все, как обычно.